Так, всем привет, с вами Артём, и сегодня мы будем играть в GTA. Так, если вы хотите покататься на мотоцикле, вам придется нажать на треугольник. Чтобы сесть, наверное, надо нажать на треугольник. Да. Если вы хотите сделать оружие, тогда вам придется нажать стрелочка 0-0, кружок-кружок, вниз, Чит, да? влево, кружок-кружок и вправо. Это читы, да? Да. И у нас появилась меч, гранаты, пистолеты, дробовики, автоматы и винтовки. Мы можем сделать по-другому. Все так же, только на другие цифры нажимаем. Вверх, крестик, крестик, вниз, влево, крестик, крестик и вправо. Все получается тоже такое, только все разные, ну, предметы, разные оружия. Это оружие бензопила, гранаты, пистолеты, трубовики, автоматы, автомат, автомат. И винтовка. А мы можем нажать еще точно так же, только на квадратике. Вверх, квадратик, квадратик, вниз, влево, квадратик, квадратик и вправо. Получается у нас оружие. Костюмы. Кастеты. Кастеты. Ножи, бутылки с огнем, пистолеты, трубовики, автоматы, автоматы, и огнемет и винтовка. Если вы хотите убить человека, надо нажать на прицел и сразу стрелять. Так. Если за мной гонится полиция, у нас есть тормозы. Вот это. Это тормоза. А вот это можно посмотреть в бок. Смотреть, хорошая, сломана у нее машина или нет. Сейчас мы будем кататься на скутере. У нас будут какие-то задания. Нам надо их решить. На скутере кататься не так уж легко. Так. Налево показаны цифры. Налево покажены цифры, сколько нам есть минут, чтобы добраться до этой синей треугольники. Чтобы разнести пиццу? Да.
Если полиция к нам приближается, тогда придется отъехать, чтобы она нас не арестовала. Если мы упадем на землю, все, мы проиграли. Арестовывают и забирают деньги? Да. Все оружие. Так, смотрите. Деньги надо делать вот так. Вот так, вот так, вот так, вот так и вот так. Прибавляются деньги. Давай я покажу. Нет. Давай. Так, на этом все, друзья. Не забудьте поставить лайки и так подписываться на наш канал. Всем пока.